Всем привет, с вами группа Magic Love и я Никола Магеллан. Оставайтесь с нами. Привет, это группа Magic Love и Вера Лова. А сейчас мы находимся на небольшой нашей фотосъемке, приуроченной, просто к чему-то приуроченной. Я веду такую небольшую фотосъемку, вот я сейчас покажу, что происходит у меня за спиной. Там фотографируется Вера Лова. Посмотрим на нее, такую красивую. В новом готическом образе. Вот. Сейчас я вам покажу нашего фотографа. Сегодня мы находимся в студии Бегемот на фотосъемке, посвященной в честь Нового года. Мы решили все устроить подарок и, короче говоря, вот мы здесь. Да, к Максим Синглу готовимся. Это Коля у нас. Коля, помаши лапкой. Ну, что-нибудь скажи зрителям, слушателям. Привет. Я Коля, как вы уже сказали. А сегодня я еще и фотограф. А вот это наш фотограф. Собственно говоря, да. А вот это наша модель. Собственно говоря. Так, это, давай по-моему. Табуретка. Вот, и последить за тем, что происходит на съемочной площадке. Давайте посмотрим. А вот следующая площадка для нашей фотосъемки, к которой мы сейчас будем готовиться. Я здесь сниму первые видеокадры, поэтому у нас будет вот такая вот фотосъемка, метольная. Поэтому я думаю, вам понравится. Ты их можешь рукой даже взять. Сфоткай, пока не падают. Мы на финишной прямой. Вот мы перебрались на новый фон. И сейчас работа идет на металлическом. Вообще, да. А можешь, правда, немножко так кодочку снимать? Не козу, а кодочка. А это наш прекрасный фотограф Галина Зуйкова за своей работой. Не будем отвлекать. Скажи что-нибудь, пока сидишь без дела. Ну вот у нас. Вот теперь говоря... потом, кстати, можно снимать, а то была какая-то непонятная какая. Да. Собственно говоря, у нас. А вот наш фотограф. Понятно, какая теперь. Сейчас второй блок завершающий, поэтому.
Микрофон у нас просто теперь металлический. А смотрите, как у меня. Вообще, о. Вентилятор какой-то. Ручка там ползает. Да, он сам ползает. А наш съемочный день подошел к концу. С вами была группа Mage Love. До скорых встреч. До новых встреч.